Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом пасхальных булочек под названием «Крестовые булочки». Получаются ароматные, мягкие, можно менять наполнитель, добавлять специи, например, корица. У меня сегодня с вяленой клюквой. Для начала приготовим тесто. Растопим 70 грамм сливочного масла и оставим остывать. В миску просеем 450 грамм муки, добавим быстрорастворимые дрожжи 7 грамм. Я отдаю предпочтение торговой марки «Хас». Перемешиваем. Пересыпаем муку с дрожжами в другую миску, но не всю, оставим грамм 100. В муке делаем углубление, разбиваем одно яйцо, вливаем 250 мл теплого молока, добавляем половину чайной ложки соли. Добавляем 100 грамм сахара, ванилин. И начинаем замешивать тесто. Затем в процессе вливаем сливочное масло растопленное и замешиваем тесто. Тесто нужно хорошо вымешать руками, не меньше 10 минут, или воспользоваться тестомесом. Теперь, когда тесто хорошо вымешали, добавляем наполнитель. У меня сегодня сушеная клюква. Добавляю к клюкве 1 столовую ложку муки, перемешиваю и теперь добавляю к тесту. Все хорошенько вмешиваю руками в тесто. Убираем тесто в теплое место для подъема на 1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме. Достаем, обминаем и убираем еще для подъема на 1 час. Готовность дрожжевого теста я обычно определяю по запаху. Оно начинает пахнуть кислинкой. Готовое тесто кладем на стол. Хорошо обминаем. И делим на порционные кусочки. Я делю на 20 частей весом по 50 грамм. Из теста формируем шарики. Берем формочки для выпечки кексов и кладем в них заготовки. Даем расстояться, по времени занимает до 1 часа. За это время приготовим тесто для рисования крестиков. В миску кладем 3 столовые ложки муки без горки, добавляем 1 столовую ложку растительного масла, 4 столовые ложки молока, половину чайной ложки сахара, немного соли. Все хорошенько перемешаем. Должно получиться тягучее тесто, оно должно быть не жидким, но и не густым. Если слишком жидко, добавьте муки, если густо, добавьте молоко. К яичному желтку добавляем 1 столовую ложку молока. Перемешиваем и смазываем расстоявшиеся булочки. Тесто для рисования крестиков кладем в кондитерский мешочек. Если нет, можно положить в обычный мешочек и срезать краешек. Подготовленные булочки ставим в разогретую духовку, нагрев вверх и низ. Температура 170 градусов, выпекаем 20 минут или ориентируйтесь по своей духовке. По желанию горячие булочки можно смазать сахарным сиропом. Сахарный сироп готовлю так. В миске перемешиваю 3 столовые ложки сахара с 3 столовыми ложками горячей воды. Перемешиваю до растворения сахара и смазываю булочки. Очень вкусно с чашечкой чая или стаканом молока. Рекомендую приготовить, несложно и смотреться будет красиво на пасхальном столе. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!